Бензин рамдене та. Регулярный фонда 14. Там и все генец. Регулярный. Да. 2.14. Откуда куда пошло? 2.14. Мы почем брали? А мы еще уберем. Почем брали? 2.63 мы брали последний раз. Фаза кэбэби катасы рамдене дарча. Мы находимся на автомойке. Сегодня какое число? Сегодня у нас вторник 12. Вторник 12. Грузия выходит из карантина. Второй этап со вчерашнего дня начался. И автомойка открыта. Вот мы сейчас находимся на бензоколонке Лукойла. У нас есть страховка на машине TPC, где подразумевает это сервис обслуживания мойки. И представьте себе, весь машину помыть обходится всего лишь 5 лари. 5 лари это, грубо говоря, доллар. Это сервис доллар TPC с половиной, где-то так. На страховку да. Машины, у нас застрахована машина именно там. Комплексная страховка, она входит в сервис обслуживания. Это на многих городах есть по всему миру, типа подобное такое, но это для информации я вам говорю, что у нас это так, и я очень доволен этим сервисом. 5 лари нам обходится здесь мойка, а цены здесь? Чистка салона стоит 122 лари, кожаная кондиционер это 10-15 лари. Хромовые 10-20. Вот нашу машину сейчас будут чистить. Вот, седан. Оно 10 лари. Премиум класса машины 12. Мини джип 13 лари. Джип.
это будет 15, большой джип 17 лари, микроавтобус 20-40 лари, химчистка салона 100-200 лари, химчистка салона 150, около 300 лари, кожаные кондиционированные 10-15 лари, хромовая чистка 15-20 лари и алюминиевые диски чистит 20-30 лари. Вот сейчас платончик идет в магазин. Да, здесь находится еще супермаркет Никора. Вот это наши друзья, которые обслуживают все здесь, ребята. Да. Ну как у вас работа есть? Все нормально. Все нормально. Это хорошо или плохо? Ну хорошо. Ага. И как я вижу, семечки тоже вкусные. В общем, как мы уже сказали, начался второй этап по выходу из карантина. Автомойки открылись, автосервисы открылись, строительные площадки все открылись. Сейчас мы проверим, открылся ли строительный магазин. Нам надо кое-какие детали купить. У нас поломалось в хозяйстве, там, в бачке поменять трубу, или как она называется. Уже два месяца нигде невозможно купить. Сейчас поедем, проверим домино. И открыто у нас еще мотор помыть. Любимый. Там посмотрим, чипсы. Может, купим эту деталь. Сначала чипсы. Платон у нас хочет чипсы, вредные продукты. Два месяца не ел, соскучился, да, за химией. Мы не покупаем чипсы, но иногда. Ты мне обещала. Да, я обещала, если он будет себя хорошо вести. В общем, какие у нас еще изменения? У нас открылись Рустави границы, Тбилиси границы открыты для въезда и выезда. Пата, какие еще города у нас открыты границы? Ну, сейчас у нас города открыты Батуми, Кутаиси. И Тбилиси. Да. Нет, Батуми закрыт. Нет, между ними уже въезд, заход. Открыт? Да, Батуми, Кутаиси, ну, как я помню, вот так. В общем, эти ситуация города... сейчас, вот, данная ситуация карантина. И у нас все равно же, как мы говорили, хочу повториться, кто не видели раньше наши... до 22 мая. Оно включительно нельзя выходить после 9 ночи до 6 утра. Комендантский час продолжается до 22 мая. Но, значит, для туристов границы будут открыты уже к концу, в начале июля. Сказали, что уже туристы смогут заезжать. Транспорт, когда нам возобновят движение общественного транспорта, тоже ничего пока не известно. Эпидемия у нас как таковой не было. На спад идет сейчас более вообще вылечивших, на спад больше, все идет. Уже, чем общее количество. Да, выздоровевших же... больше, чем заболевших. Да. Уже поступает очень мало людей, 2-3 и то не будет. Я сейчас в цифрах не буду подробно вдаваться. Но уже все идет на спад, и наши запреты и работы на правительство очень, и осознанность народа, я могу сказать, всех проживающих в Грузии, народ видит. Честно, вы сидели, да. Молодцы. И нашим врачам молодцы. Вот, смотрите, какая у нас погода. Жара, солнышко, красота. Мы ждем нашу красавицу, пока помоют. Два месяца она не купалась. Наконец-то свобода. Мои друзья попросили узнать у нас, какие цены сейчас на машины. Вы знаете, что благодаря экономическим сотрудникам Соединенным Штатам Америки машины пригоняют в Грузии. Но здесь огромный рынок, просто неимоверных размеров. Ну, еще раз спасибо Богу, что у нас есть морские пути, и все эти машины, да, через вот корабли идут. Транзитные номера. Ну да. И таких машин по городу море их покупают и потом перегоняют в другие страны. Платош, расскажи свои впечатления о карантине. Я не знаю, что это карантин.
Ну, здрасте, коронавирус. Плохой. Я хочу, короче, чипсы, хочу спать, хочу колу. И хочу, чтобы закончился вирус. А теперь хочу спать. А почему ты хочешь? Я много сегодня сидел на гаджетах. И стал рано, так что спать. Как вы знаете, школы у нас тоже все переведены на онлайн. Обычно в это время дети в школы ходят и учатся до середины июля. Сейчас все обучение онлайн, и тоже оно закончится в середине июня. Детям, конечно, это непривычно, они ленятся. Не хотят утром вставать, не хотят сидеть за компьютером. Это все новое для них, сложное. Но к концу июня школы уже открываются. Если ничего не изменится и ничего не нарушится, все равно дети уходят на каникулы. Они счастливые, довольные. В основном программа была такая, что все повторяли, но нового ничего не учили. И думаю, что с сентября они вернутся в свой обычный режим школьный, будут ходить уже на занятия в школу, потому что сейчас школа их на ремонте. Возобновился ремонт, им достройку делали, обновляли все. Красиво будет в школе. Жалко только старшеклассников, которых сейчас выпускной. Вот это их подвел коронавирус, конечно. Как эти экзамены, все это сдавать, эти выпускные 25 мая обычно были в школах. Вышли что-то поснимать. Закрыта граница. Нашу красавицу сейчас заберем в палату. Все. Чистенькая, свеженькая. Только из душа. Когда вещи моешь, они прям как будто дышать начинают. Колесики чистенькие. Садись, Платош. Чистенькая аж дышит. Можете посмотреть. Смотрите, как почистить. Она не чистенькая. Зато он чистенький. Да, чистенький. Чистенький. Подъезжаем к домино, сейчас посмотрим, открыт или нет. Открыт! Еп! Правда, смотрите, сколько машин, значит, открыт. Угу. Точно.
Сейчас посмотрим. Да, выходим. Открыт, ребята, открыт магазин, ура! Магазин открыт. Ну все, ребята, нас оставили на улице. Почему, скажи? Потому что больше 18 лет нельзя ребенку. Вот так. Мы маленькие, нас не пустили в этот магазин. Карифур можно, а сюда нельзя. Сидим, ждем папу. Как видите, ребята, уже на руках не брызгают ничего. Идем чистенько. Уже никакое брызгивание не надо. Ну, люди в масках, как всегда. Почему закрыт вход? Я не знаю сейчас, где заходить. Сколько времени? Время нормальное, кажется. Вот хитрое создание. Смотри, лежит и даже шевелиться не хочет. Деньги выпрашивают. Ну, кошмар. Пока мы там в домино прогуливали, здесь магазин закрылся, а нас вытурили. Да. И остались без чипсов. Нас вытурили, хочешь сказать, да? Нас вытурили, да. Без чипсов остались. Там вам половину надо находить сзади. Платон расстроен. Платон, ты расстроился? Газон, скажи, газон. Купили мы такую штучку для бачка. Ну, зато опоздали купить чипсы. Покупаем лаваш. Горячий здесь продается, свежий. О, все разобрали? Он начал готовить новый. Когда будет? Спроси. А, хорошо. Остань денежки, оставь. Отдай денежки и приди сюда. Да? Ты пока в Кавори на бичи сходишь. Вот, ребят, он делает лаваш, который я сейчас должен ждать. Вот сам проводит. И вот сам лаваши, которые из них он делает. Есть еще магазин. Называется Зеда Зени. Вот такой магазин. Пока что я еще жду, пока 10 минут пройдет. О, ребята, грузин. Что? Не прийти? Новый день? Я ему зайду, покажу. А третьим. Вот, смотрите, сколько лаваш. Ой, а там рецепты не лаваши. Вот я это, на икамуди. Вот наши тети. Вот наши лаваши, как готовится. Вот сейчас посмотрим. И вот оно. Вот, сейчас приготавливают, вот так, поехали, и бум!
только из печи, прям кипяток. Его даже в руках невозможно держать. Давай, садись, Платош. У нас все оживилось, люди на улицу вышли, гуляют. В парке вот с детками. Все, выходим мы потихоньку из карантина. Погода великолепная. Даже не верится. Вообще время быстро идет, конечно. Но мы честно отсидели все дома. Это наша церковь. Тоже уже открыта. Нет, закрыто. Ну, может быть, служба закончилась, поэтому уже поздно. Сейчас 8:00 уже. Люди гуляют. Тут травку еще не доделали зеленую, все доделают травку. Красота какая вот у нас. Выстелили здесь такими прям пластами, стелили зелеными.